Во Франции в ряде городов уже в седьмой раз проходят акции протестов желтых жилетов. Мобилизованы почти 70 тысяч сотрудников. С самого утра силовики проверяют пассажиров на вокзалах Парижа и досматривают автомобили на въезде в город. Усилит меры безопасности французская полиция. Во время празднования Нового года в соцсетях распространяют призывы выйти на Елисейские поля во время праздничных мероприятий. Пройти в центр города можно будет только после досмотра. В места массовых гуляний запрещено проносить фейерверки и алкоголь. Ограничено движение транспорта.